Привет, это канал Gadget Page. Как когда-то сказал доктор Пауль Йозеф Геббельс, все гениальное просто. Это я к тому, что сегодня в обзоре безумно простая, но гениальная швабра с распылителем воды Xiaomi Derma Del Mar Spray Mop. В комплекте поставки нас встречает сборная рукоятка, корпус которой выполнен из нержавеющей стали и прочного пластика. В верхней части находится курок. В нижней части расположен механизм распыления и резервуар для воды, емкость которого 350 мл. Ручка швабры имеет длину 120 сантиметров. Разумеется, в комплекте есть щетка. Она выполнена из пластика, ее размер 35,5 на 12,4 сантиметра. Она способна крутиться на 360 градусов. На дне щетки механизм липучек, к которым крепится чистящая ткань из комплекта поставки. Все, что нужно для уборки, это залить в емкость жидкость с чистящим средством. Регулятор подачи обеспечивает достаточное увлажнение. Благодаря этому можно сэкономить время и силы и за меньший срок обработать более значительное пространство. Производитель заявляет, что одного полного резервуара с водой хватает на обработку площади до 100 квадратных метров. Общий вес швабры всего 750 грамм. Высота швабры вместе с бачком 7,5 сантиметров, что позволяет производить уборку в труднодоступных местах. И подводя итоги, скажу, что она компактна, не занимает много места, с ней не нужно постоянно нагибаться и разгибаться, чтобы снять тряпку и смочить ее в ведре с водой. Кстати, и ведро с ней не понадобится. Хотя, многим не помешает традиционный метод уборки. Спасибо за просмотр, ставь лайк, если было полезно и познавательно. Подписывайся на канал и жми на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Тебе не трудно, нам приятно. Ну и не забудь поделиться своим мнением или опытом использования гениальной швабры. Это был Gadget Page. Пока.